Жанра, что очень радует. Не знаю пока на звучании, как это отражается, но смотрится здорово. Спасибо большое за то, что вы пришли на концерт. Нам очень приятно. Сегодня такая импровизация. Сегодня совершенно неожиданно даже для меня самого, то, что вот такое происходит. Когда будут сюрпризы, надеюсь, которые... Вот первый сюрприз уже начался. Он касается звука. И мы исполнили композицию Виктора Янга, называется она «Stella by Starlight». Это известный джазовый стандарт. И сейчас мы исполним еще более известный стандарт, называется он «Caravan», что в переводе означает «Караван». Хуан Тизол, Дюк Эллингтон.
успели вас поздравить, но сегодня, пользуясь таким случаем, я бы еще раз, наверное, хотела вам сказать глубокие слова признательности за то, что вы работаете в нашем колледже. Мы, наверное, уже более 5 лет, наверное, знакомы всем. И я думаю, для нас было очень важно, чтобы к нам пришел человек такой же творческий, поскольку именно в нашем колледже, вы знаете, основал это отделение джаза Акима Великович Назаретов. И, конечно, нам нужен был такой человек профессиональный, но и творческий, который мог бы работать с нашими молодыми ребятами. И когда вы пришли, у нас был, в общем-то, по сути дела, такой, как мы называли, действительно, бэнд эстрадный, да? Который сегодня очень приятно, что разросся уже до рамок симфо-джаза. И я вижу, как ребятам очень приятно работать с вами, как им это интересно, как они становятся более профессиональными. И уже не только, можно сказать, учебную свою программу играют, но и концертную, могут выступать уже вот так самостоятельно и пользуются уже такой известностью, да, в городе. Это очень приятно, это ваша работа. Кроме того, Адам Мартынович человек очень известный уже у нас, не только в городе, но и за рубежом. Он имеет такую очень привлекательную, наверное, силу, имеет возможность как-то очень хорошо с хорошими друзьями обзаводиться такими же музыкантами. Во всех странах мира, можно сказать, есть друзья в Израиле. Теперь вот недавно, благодаря тому, что уже много лет идет наш конкурс молодых джазовых исполнителей, у нас все больше прибавляется друзей. Специально в обход Адама Мартыновича прислал эти инструментовки, потому что это не даже первая его работа. Даже не знал. Даже Адам Мартынович не знал. Поэтому вот happy birthday, Адам Мартынович. Спасибо. Называется Bad Nails. Это из репертуара Snarky Pepper, такая очень прогрессивная современная джаз-роковая группа американская. И вторая композиция, это будет авторская композиция Ивана Пиховкина и Виктора Иценкова. Называется она Redman. Time to decide. Время решает. Time to decide. To decide. Итак, ансамбль Ростовского колледжа искусств. Валентин, готов?
Отлично. Band Nails, it's time to decide. Yeah.
директор библиотеки Евгения Михайловна Колесникова. Евгения Михайловна Колесникова. Любимая. Дорогой Адам Мартынович, дорогие друзья, 2 года звучит этот, ну, совершенно волшебный, по крайней мере, для нас рефрен «Библиоджаз». И мне хочется сегодня сказать слова восхищения, признательности, любви и гордости за Адама и Адаму, его ученикам. Огромное спасибо за тот праздник, который происходит в этих стенах каждый месяц в течение этих 2 лет. У Донской публичной, ну, хороший портрет, яркий, но я думаю, вот эта музыка, которая звучит здесь, эти лица, которые приходят, и люди приходят слушать эту музыку, они придают особый шарм нашей библиотеке. Огромное спасибо за этот талант, за это счастье все это слышать. Мы вам, естественно, книжники могут подарить только книгу. Это самая последняя книга, посвященная городу Ростову. Она называется «Ростовские байки и легендарные истории». И мы хотим сказать, что Адам Тирасуян для нас уже легенда города Ростова. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что проект этот даже более чем 2 года назад стартовал. Но, в принципе, мне кажется, что этот проект проходит всю жизнь. Спасибо. И вам огромное спасибо за то, что вы приходите. Хочу сегодня в полный зал. И эти аплодисменты вам. Ангелина Баргорна играет на рояле. Алексей Рубан играет на барабанах. Рубин на барабанах. Полина Бондаренко играет на альт саксофоне. Прошу за ней. Ансамбль исполнит 2 композиции. Одна называется она... Сплэш. Всплеск. Всплеск. Мацео Паркер. Автор Мацео Паркер. Композиция называется «Сплэш».
отличное. На самом деле, прежде всего, я хочу поздравить Адама Мартыновича с днем рождения, пожелать ему благополучия, здоровья, творчества бесконечного. Он потрясающий человек, потрясающий музыкант. И, ну, вообще вся семья наша преклоняется перед вами. И вообще, на самом деле, я очень рада, что у вас есть такая возможность музыкальное время и живописное пространство объединить вот таким вот образом. И публичная библиотека для нас большой подарок. Большое счастье. Спасибо большое. На самом деле, эти изделия выполнены из рыбьей кожи, на рыбьей коже, да, из рыбьей кожи, без холста и красок. Это уникальная техника, я не знаю, у меня есть уже подарок, Саша, я его храню, это кошелек красного цвета. Спасибо, Саша. Это уникальный человек, он скоро уже... 90 лет, нет, скоро, совсем скоро будет. Но в нем энтузиазм, как у молодого юноши, который очень любит музыку, любит окружающий мир и любит играть на барабанах. Вот сегодня такой замечательный проект Борис предоставляет. Причем это не просто мы вот вдруг на библиоджаз пригласили проект. Мы слушали в колледже, и все, кто слушал, всем очень понравилось. То, что играл этот замечательный ансамбль. Сегодня это септет в составе Павел Филиппов играет на контрабасе, лауреат международных конкурсов. Павел Филиппов. Лауреат международных конкурсов Евгений Белин. Лучший тромбон России. Лауреат международных конкурсов Евгений Луценко. И известный вам Даниэль Адиян сыграет на рояле. Я сам об этом не знал. Вот такое вот интересное сочетание стар и мал. Ну, это, собственно, и составляет суть нашего проекта «Библиоджаз». На сцене такой замечательный квинтет, к которому еще в следующих композициях присоединится еще два человека. Я их объявлю позднее. А сейчас прозвучит композиция Кэннонбола Эдерли, которая называется «Unit 7». Unit 7, Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley. Thank you.
также присоединяется к поздравлениям и поздравляет Адама с днем рождения. Поздравляйтесь. Дорогие друзья, и мы вас еще приглашаем 22 апреля. Библиотека принимает участие во всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году проходит под девизом «Читаем кино». И вас ждут встречи с удивительными людьми, замечательными авторами, различными культурными мероприятиями. Вот. И, конечно, украшением этого вечера «Библионочи» будет концерт ансамбля, то есть концерт проекта нашего «Библиоджаз», который начнется в 21 час. А с 19 часов мы приглашаем вас всех в библиотеку, которая будет открыта до глубокой ночи. И мы с Сергеем Михайловной тогда пообщались, вот такая вот совершенно спонтанно возникла эта идея, но она возникла очень быстро и как видите, продуктивно действует. Поэтому, пожалуйста, приходите, это магическое такое явление «Библионочь» в Донской публичной библиотеке. 22 апреля. На контрабасе играть буду я. Мы образовали небольшой септет сегодня. И я думаю, этот септет, может быть, будет существовать. У нас раньше был септет, но не было столько публики замечательной, как сейчас. Благодаря вам, то, что вы пришли на этот концерт, я думаю, этот септет будет существовать. И вообще будет много существовать. Мне сегодня напомнило, как в 87 году я был на джаз-фестивале в Таллине. Назывался фестиваль «Туденки джаз», студенческий джаз. И вот тогда впервые я окунулся в европейскую атмосферу восприятия джазовой музыки, когда на сцене играли из Ташкента, из Москвы, из разных концов нашей страны необъятной. Играли музыканты разного возраста абсолютно. Сидел такой серовласый бас-гитарист, с ним играли юные совершенно музыканты в одном составе. И вот сегодня мне это вспомнилось не только по тому, что происходит на сцене, но и по тому восприятию, той атмосфере, которая есть в зале. Вы знаете, сегодня мы европейцы, сегодня мы не хуже, а мы, конечно же, мы лучше. И во всех смыслах, и в экономическом, и в социальном, и, как выяснилось, и в духовном. Я думаю, что Россия сейчас набирает обороты, и мы сегодня страна, которая является культурным центром. И вполне возможно, что центр джазовой музыки находится сейчас именно в нашей стране, а не в Америке и не в Европе уж точно. Вот такой небольшой септет образовался в составе Евгения Белин, известного Павел Вольфсон, тенор-саксофонист. Григорий Кинзон, Аль Саксофон, Денис Рябчук играет на трубе, Надя Ильяска играет на барабанах и Маша Росоковацкая играет на рояле. Называется она «Пинг-понг». Выбор этой композиции тоже не случайный, потому что я недавно проиграл из 5-3 партии, Ирина Борисовна проиграла, причем Игорь Анатольевич. Нет, не на деньги, но, знаете, на... Как бы я должен отыграться, поэтому мы решили взять в репертуар эту композицию, чтобы игралось легче. Композиция называется «Пинг-понг», и следующая композиция, которую мы исполним, это тромбонист Конрад Херлинг, тромбонист, наш близкий друг, американец, который мы сейчас в Москве виделись в Сочи на акваджазе, очень много съели, всего выпили. Но это один из лучших тромбонистов мира, на самом деле, и сочинил композицию «Forget About Me» – «Забудь обо мне». Итак, «Пинг-понг» и «Forget About Me».
Валют Слепцов и компания.